видите дым от этих котельных, от домов. Вот, конечно, там стоило бы сейчас панорамный один взять кадр. Откуда? Оттуда? Нет, вот чуть ниже, но город панорамный. Слева направо. Только пальцы замерзли. Я сниму оттуда прям, или оттуда. Можно и оттуда, и оттуда. Сейчас еще время нормально. Сейчас отсюда где начнется. Сейчас на авто стоит, полный авто. Неплохо срабатывает. Еще лица красные от холода, плюс еще солнце. Посмотрим, как будет. На фото сейчас у меня столько редакторов, красные лица выходят там. Через фильтр, через... Ваш компьютер все-таки пинок у нас засунут. На нем, если начнете, у вас другие программы не будут интересоваться. Она объемная? Нет, она небольшая. Сколько примерно? Сейчас точно не могу сказать, где-то 4 гига, по-моему. 4 гига? Ну это немного. Есть Sony, там вообще много гигов. Я на 8 себе засунул. Не потянуло у меня как-то. Можно не потянуть. В итоге вот на 4 я взял такой простейший с телевидения. Надо хорошее железо, хорошее приложение, хорошее железо, чтобы мощный компьютер. Все эти обновления я убрал, потому что он обновляться начинает, и платные эти начинаются. Ну вот чем хорошо вот это, да, я понял. А сейчас у меня не обновляется и потом стоит свет. Да. Ну это, как бы сказать, без развития. То, что с обновлением, я это ощущаю прилив крови. И эти обновления ощущаются. Сейчас вот 3D. Ага. 3D вот эти все фигурки могут. Потом смешанные. С 3D ты в кадре. Можешь этого обняться. Сегодня пришло оно, обновилось, сейчас я его осваиваю, там много всего, тоже надо мощнее.